Ну что, друзья, как дела? Ну так, прохладненько, ну так, ничего. Да ладно, давай, Александр. Давай. Ира, не кричи в кадр. Все паучки тебя ждут. Ждут, значит, я иду к вам, Вот туда надо будет оштуцелить. Ага. Собственно, это вот и есть ключик. Ага. Ладно. Собственно, если это и есть начало трассы. Окей. Только тут еще смену надо сделать, потом там такую еще гомняшку. Ну, не гомняшка. Боря, все идет в видео, так что ты слова выбирай. А ты со звуком пишешь? Смотри, как красиво, как Атлант. Ни хрена не видно. Солнышко? Ну да. Но мы знаем, что там простые зацепы и водолаз. Оно есть. Смотри, как он на ножки давит, а? Пятку вниз только. Пяточка вниз, Саша. Балерина. Так. Ага, дальше на тут сам. Ну окей. Это такое специфическое лазание за счет того, что холодные сравнительно руки. Холодные, да? Ну да. То есть скалы, конечно, не обжигающие, но все равно теплыми я бы их не назвал бы. Хотя для альпинистов, наверное, это теплые сухие скалы. Правильно? Наверное. Конечно! По крайней мере, оттуда ничего не выпадает. Ну, а. Что уже приятно. А, блин, я что-то не уходила. Да ну, Саня. А ты тяжку не достанешь оттуда повесить? Не. Мне кажется, там под правым коленом у тебя правая ножка прекрасная, да? О, крутяк. Ира, не хватает вот этих очков призматических, чтобы страховать. Ну, ага. Шея устает. Да, да. Я все пытаюсь найти, но что-то я их никак не нашел. Ни в интернете, ни в магазине.
Так что, они есть? Угу. Просто их не могу найти, где типа купил. Ты где, они в магазине оптики, что ли? Нет. Это в интернете я их находил, но заказать их не получается никак. Там невозможно найти так, чтобы заказать. Можно я сюда это не... А? Конечно, да, идите, конечно. Заходите, не бойтесь. Не бойтесь, всё нормально. Не мешайте вам. Нет, не мешайте. Да, не мешайте, абсолютно. Спасибо, что вы там... На здоровье, Саш, ты слышишь? Да. Вот сзади процессы не мешают. Наоборот, это должно ему помочь. Подогреть его изнутри. Давай-давай ножкой. Топ-топ. Это на самом деле не сильно топ. А справа нога нет? Там даже цепа такая не очень... Для ноги? Не, для руки. Так, а ты ж не лежишь уже на мне. Не, ну я сейчас, конечно, подлезу, проверю. Нет. Лежу я на ней или нет. Закреплять. Несколько слов для прессы. Александр. Я. Для прессы. Как тебе лезлось? Ну так, нормально. Хорошо.